Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, а также Екати Картофель Белорусский. Вот это еще что такое? Ну, откуда у тебя это в голове? Сегодня мы находимся в том месте, где люди не могут спокойно стоять на одном месте больше, чем 2 секунды. Там, где у всех всегда хорошее настроение, никому никогда не сидится на одном месте. Одна точка очень сильно чешется, и всем просто очень сильно хочется двигаться. Так, дорогие друзья, моя книга-помощник, и мы находимся сегодня в Нижневартовске. Иху! Я не буду говорить, вы и так все сами знаете, книгу можно убрать. Не успели мы зайти в Майнкрафт, как он самый наш, вот этот любимый бог Майнкрафта, который находится там сверху, вот там, да, вот именно вот там, сказал нам то, что сегодня мы не будем сидеть на одном месте. Сказал нам то, что мы с Катей слишком большие задроты, которые целыми днями играют в Майнкрафт, которым надо размять свою пятую точку. Поэтому сегодня вся серия будет заключаться на том, что мы с тобой, Катя, танцуем. Серьезно? Я люблю танцевать, я с детства люблю. Ненавижу танцевать, и, скорее всего, все пацаны, которые смотрят этот ролик, наверное, сейчас меня поймут. Никогда в жизни за 24 года не танцевал, ненавидел, когда меня заставляли это делать даже на физкультуре. Танцы, шманцы. А вас на физкультуре заставляли танцевать? Конечно, у нас были уроки, когда вот эта воспитательница говорила, то, что надо там девушек на вальс приглашать, и мы ходили по всему спортивному залу и вот это жопопляски устраивали. Мне вас искренне жаль. Ладно, пойдем. Помоги! Кого? Чё? Я с места двинуться не могу! В смысле ты с места двинуться не можешь? Сейчас я морковку добываю! О, поскольку ее здесь у нас получается. У меня 56 морковки уже, здравствуйте! Да мне все равно на твою морковку, помоги! Кстати, Кать, я за эту всю морковку могу изумруды купить, примерно 3-4 штуки. Как думаешь, они нам нужны или нет? Ты издеваешься надо мной, а? Мне помощь нужна. Где ты находишься-то вообще, а? В доме. Сейчас, в этом? Да. Что делать? Я не могу вообще пошевелиться. И вот я нажимаю клавиатуру вот эту вот. Я не иду даже никуда. Катя, у меня... Не знаю, сколько много плохих новостей, но первое, наверное, у тебя спину заклинило, ты не можешь размяться. Что делать? Как вообще даже? Что нажать-то, чтобы вообще не делать этого? Так вот, что вы имел в виду бог Майнкрафта, когда сказал то, что мы танцевать будем. А ну иди сюда, подойди ко мне. Я не могу. Да подойди ко мне, в смысле ты не можешь? Подожди, если меч взять. Ты с мечом? Ты меня ударила с мечом в руку, ты себе сейчас гладишь мечом по лицу. А сейчас ты цветком, да, сейчас ты нюхаешь цветок. Сейчас вот ты так. Съела цветок, сейчас ты ешь курицу. О, вот так. А сейчас ты себе ТНТ в ноздрю засовываешь. Слушай, все! Подожди, о, то есть, когда мы танцуем, получается, мы не можем ходить? Получается так, я и говорю, я нажимала W, я не шла вперед вообще. Подожди, а танцевать мы с тобой можем начать любую секунду, да? Походу, ага. Да, но только неизвестно когда. Тогда, наверное, все сложнее, чем я думал. Когда мы с тобой танцуем, нам нужно защищать друг друга. Потому что, когда я пускаюсь в танцы-пляски, на меня могут напасть монстры в любую секунду. Поэтому ты меня защищай так же, как и я тебя буду защищать, если что. Давай, ах, сюда. Вот оно что, я все поняла. Пошли, что ты поняла? Давай. Ну, мне кажется, как раз когда мы будем танцевать, бог Майнкрафта будет злиться и посылать нам вообще всякую нечисть. Ну, и вот это скорее всего. Слушай, Кать! Подойди, пожалуйста. А, ты здесь, здорово. Слушай, я впервые вижу деревню жителей с железной дверью. О, прикольно, как она открывается? Так вот, рычаг. А, ну тут, конечно, вот житель стоит, все закрыл, пошли, ничего не вижу. Пошли. О, сундук. Дробовик, граната, Катя! Пистолет, две гранаты и патроны. Так, давай, ты себе пистолет забираешь, а я себе дробовик забираю. И обсидиан нам тоже пригодится. У меня дробаш. А как, куда какие патроны вставлять? Попробуй выстрелить, только не в меня. Ого, крутяк. Ну все, успокойся, а то сейчас всю деревню разнесем. Все, пошли давай. Пошли. Ты что там клавиатуру бьешь? Кать, я не могу двигаться, вот я нажимаю на клавишу. Чё?
Вот и тебя постигла танцевальная кара. Чё, как ощущеницы? Да проблема в том, что я реально двигаться не могу. Максимум, что я могу делать, это мышкой крутить. Вот, я нажимаю на клавишу. Ну ничего страшного, здесь ты в безопасности. Ладно, если бы зомби-апокалипсис был, а так сейчас потанцуешь и все пройдет. И сколько мне ждать, чтобы я перестал уже танцевать, а? Ну не знаю, хочешь, я выстрелю в тебя. Не надо! А хотя давай попробуй. Нет, ты че? Ну ладно, да, на самом деле это рисковать жизнью тоже не надо. И чики! Нет! Катя! Все! О, все! Все! Все, как только напугало меня Тинти, сразу начал ходить. Так, дробаш в руку на всякий случай, фиг его знает, что с нами может приключиться, да? Пошли. Я вижу, им там весело, да, походу? У них давай... огненная вечеринка. Огненная. Давай протестим дробаш. Давай. А ну, давай ты протести. Ты смотри, сколько их там вылазит. Каждую секунду по два. Да хватит патроны, Кать. Мистер Крипер подкрался нежданно-негаданно. У меня полтора сердечка осталось. Ну слушай, как-никак в любом случае танцевать это хорошо. Мистер Крипер? Танцевать мистер это Крипер? Подожди, мистер Крипер. Не надо его, он же за тобой идет, тупица, зачем? Я его отбросил, а чё ты начинаешь танцевать не в самый подходящий? Подожди, а ты можешь танцевать и стрелять? Ну-ка, сейчас попробую. О! Слушай, так давай ты будешь танцевать и стрелять тогда получается. Ну-ка, а зарядиться смогу? А вот зарядиться не смогу, к сожалению. Ну ладно. Отлично. Ой, ты и ты туда же, да? Чё, я тоже танцую? Ты с дробашом-то поаккуратнее виляющим, как я не знаю. Я походу эпилепсия началась, вызывайте скорую помощь. А я хлопаю тебе. Молодец. Мне кажется, это карате какое-то. Я даже с дробаша не стреляю, просто дробашом размахиваю и всем по башке бью. Мистер Крипер? Еще один мистер. Подожди! Собака! Все, я перестал танцевать. Тебе-то хорошо, а мне что делать? Цветочек хочешь? Ну дай цветочек, сколько можно танцевать? А давай, все, Кать. А слушай, давай я пульну все же дробашом. Подожди. Меня? Да, сейчас. Может, ты перестанешь. Может, ты перестанешь танцевать. Перестала. Но ты у перестал... меня минус 8. А, ну да, минус 8 сердечек, значит, лучше все же к таким кардинальным мерам не прибегать. Пошли, надо текать с конечно этой деревни. Пошли, пошли, пошли. Надеюсь, успеем хотя бы выбраться отсюда без танцев, пожалуйста. Да, не в самое лучшее место мы с тобой забрели, Кать, посередине ночи с танцульками в трусах у любую секунду, которые могут начаться, поэтому тут надо держаться рядом. Иди сюда. Я тебе говорила, надо было ночь переждать в деревне, а потом идти. Не, я говорю, давай ночью в лес пойдем. Ага. А так кто знал-то? Да ты мне сама говорила, то, что надо выбираться отсюда, потому что уже заколебали тебя эти танцы. Все, пошли. Ладно, сейчас курицу убью и пойдем. Чё ты мучаешься? У меня же дробаш есть, можно сразу так их всех убить. Так, я вижу одного зомби, я вижу второго зомби, я вижу курицу, я там видел где-то третьего зомби, поэтому не самое лучшее время для танцев, Кать! Я опять не могу сдвинуться именно тогда, когда на нас нападают зомби, да? Спасибо, бог мой играет, спасибо! Я знаю то, что ты хорошо умеешь телом двигать, но, пожалуйста, давай не в этот раз, Кать! Так, мы посередине ночи! Мы посередине ночи! Вот это хорошо. Стреляй, отбивайся и танцуй. Прикольно. Я не знаю, что это за искусство такое, драка в танце. Давай. Собаки! Пульки кончились, пульки кончились! Перезаряжайся, я тебя... О, я тебя спасаю. Давай перезаряжайся, я тоже перезаряжусь. Очень удобно это делать в танце, конечно. Почему ты не танцуешь? А? Что, так просто можно было сказать, чтобы ты тоже танцевал? Я начал танцевать. Ты начал танцевать такую... Ты меня хочешь соблазнить? Ешки, я тут трясу всеми дигидольчиками, которыми только можно. Кать, я тебя не соблазняю, не подумай. А кто нас сейчас спасать-то будет, молодой человек? Давай подписчики решат. Нет, подписчики, подождите! Чуть позже решите! Кать, помогай отбиваться, я опять ходить не могу! Так,
Только у меня вообще пулик вообще ограниченное количество, я не смогу тебе помочь. О, все, они меня толкнули, я перестал танцевать. Давай, все, ты тоже не танцуешь. Я тоже перестала. Пошли. Слушай, я поняла, когда они нас кокают, мы перестаем танцевать, но это очень рискованно для жизни. Не всегда, я видела один раз, когда они тебя ударили, и ты также продолжила танцевать. Поэтому пошли. Ко-ко-ко. Давай ты на куриц не будешь патроны тратить, сказал человек, который 3 минуты назад убил курицу с дробаша. Здравствуйте, гендермен! Так, по старой проверенной схеме мы уже знаем, как нам надо действовать. Чебурак номер 28! Вперед, ёпки! Я думала, огневой плотью надо! Давай, защищай чебурака, я сейчас приручу еще всех остальных! Чебурак номер 90! Ой, я чебурака ударил, он сейчас меня сожрет! Отлично, меня чебурак жрет. Начни танцевать, может спасет, я не знаю. Я хочу танцевать, бог Майнкрафта! Чебурак, дай секунду, дай Кате секунду, она начнет танцевать, успокойся. Хочу танцевать! Ну не это же, ну! Я что, в ТикТоке? Не обращайте внимания. Выстрели в меня! Ты сама попросила, я ничего не делал. Лучше я умру, чем буду тиктокером. Ну мы бежали, приплыли вот к скалам. Ну и на кой черт мы сюда пришли? Мы уходим от проблем, от проблемных танцев. Чебурак номер раз, чебурак номер два. А ну перекличку. Ты с собой собак притащил еще? Нафига? Мне кажется, мы одного чебурака вот это самое, прококундили немного. Я вижу только одного чебурака. Не мы, а ты. Ну, а чё? Ну, мы далеко бежали. Вот я как-то не углядел то, что один от нас отстал. Поэтому, ладно. Иди сюда, смотри. Ты где? Да вот, наверху, иду, смотри. Иду. Не горные козы, а горные свиньи. Смотри. Ага, и поэтому при виде свиней ты решила затанцевать, да? Я опять танцую? Ты опять танцуешь, ты это не заметила, то что ты опять двигаться не можешь? Блин, а ты знаешь, на самом деле это как-то не чувствуется даже. Блин, реально. Ну ладно, постоим, подождем, посмотри, как я танцую. Зато как бы ты находишься среди гор, тут у нас снежно, зато ты не будешь замерзать при танцах. Давай со мной вместе, что ты стоишь? Я знаю, что ты можешь танцевать, давай. Ай, как хорошо пошло! Давай, миленький мой, давай! Опа, русская народная! Ай-яй-яй, ты смотри, что вытворяю! Ты не в такой физической форме, чтобы так делать, ты что? Эть! О, всё, я прекратил. Ну ты хорошо, пока танцуй, а я? Ты танцуй. Чебурак, пошли за мной! Там еще одна деревня. Слушай, нам прям в каждой серии везет на эти деревни. В каждой серии по 2-3 деревни находят. Давай мы хотя бы в эту не пойдем, а? Давай не пойдем. Зачем? Нам все равно ничего не нужно для жизни. Вон танцы есть и хорошо. Ну танцы есть, да, танцы пляски, но там еще как бы одна кузница. А в кузнице, может, патрончики будут, а то у меня уже кончаются. Ну давай только в это посмотрим и пойдем. Хорошо, пошли. Я хотел в него, зуб даю, я не хотел тебя, Кать! Хорошо. Я добила. Жестокая молодая женщина. Чебурак опять на меня, что ли, хочет Не надо меня кусать. Ну-ка, фу. Чебурак, фу. Да, сюда подошел. Сюда. Все, сиди здесь. Охраняй свинью. Плохо охраняешь, Чебурак. Плохо. Пошли. Так, как только серия заканчивается, я сразу иду и подаю на кастинг в танцы на ТНТ. Кстати, неплохая идея. Ты со мной? Я с тобой, естественно, я с тобой. Пойдем затанцуют там все. Первые майнкрафтеры-танцоры на телевидении. Да, неплохо. Опачки, неужели ну, стой, я... Стой. Ну, это мне. Подожди. Вот эти патроны я себе заберу, эти патроны для дробаша. В принципе, хлеб можешь себе забирать. Наконец-то у меня 2 алмаза, я наконец-то себе смогу скрафтить нормальный меч. Так, а подожди, меня... ты нашел 2 алмаза только что? У меня алмаз один был, ща... О, Кать! Что? Сними, пожалуйста, нагрудник, у тебя кое-что выпирает через него. В смысле? Ну, посмотри вниз. Извините. Вот так нормально? Да, вот так лучше, пошли.
Кать, я вижу уже одного, два, три зомби выходить. Да хватит, не трать патроны! Чебурак, прости! Чебурак, фу! Не надо Катю убить, иди зомби бей! Молодец! Плохой пёс! Так ты его сама выстрелила, что ты хочешь? Пошли за мной! Пошли! Я убиваю зомби, иначе сейчас нам хана всем! Да Чебурак! Отстань! Прости, я убила твою собаку. И ты танцуешь! Какой-то слишком знакомый танец. Если бы я не танцевал, я бы сейчас этой киркой бы тебе по черепу бы надавал. Ты чё, пса моего убила? А потому что чё на меня гавкал? Скибиди, опа-па! Так вот откуда этот танец, а я пытаюсь вспомнить. Помоги мне убивать своим дробашом! Кать, я не могу шевелиться, а Катю убили. Я тебя жду здесь, Кать. Жди, если там тебе не грохнет кто-нибудь быстрее. Я пытаюсь отбивать. О, все! Я перестал танцевать. До свидания, пацанты. Если что, я буду на крыше. Ты где? Я тоже на крыше. Может, ты ко мне лучше подойдешь? Зомби-жители убили. Как печально. Поэтому ты стоишь и попкорн, да? Кушаешь и смотришь на это все. А ты где? Я на другой крыше сверху тебя. О, здорово. Спускайся сюда. Чё ты так высоко залез? Да. Хочешь попкорн? Поделись попкорном. А чё ты его выбрасываешь-то? Ты мимо рта его бросаешь. Бэээ. Ты опять за свое. Ну слушай, пока там снизу зомби-апокалипсис, мне кажется, нам и здесь с тобой весело будет, да? Наверное, здесь и останемся. Да, пожалуй. Смотри, какой у меня новый красивый танец. У меня тоже. Да, у меня тоже неплохой. Слушай, у тебя же гранаты остались. У меня же гранаты остались. Подожди. Где мои гранаты? Пацантре! Просто... Катя, случайно не туда я бросил! Ешкины матрешки, ловите, пацаны! Отлично, я упала в колодец. Вот это шандарахнуло так. Ну, я остался один. Пацаны, может, станцуем, не? Ну, тогда я побежал. Скибиди-уап-па-па! Скибиди-уап-па-па-па-па!